мне надо здесь, главное проехать. Потом будет нормально. Главное, чтобы не улетела моя кепка. Так. На велике я давно, конечно, ездил, еще с детства. Бывало, падал, не без этого, но это как в плавании. Нужно не заплывать все равно сильно глубоко. И не ездить слишком быстро. Как-нибудь большой, но мало ли. Надо оберегаться. Так, сейчас радуюсь, что сзади нет машин. И здесь дорога, конечно, хорошая. Рано ремонтировать дом. Так, успеваем, проезжаем. Памяти у меня должно хватить на телефоне. Подземный переход, центр города. Поворот налево и прямо. Ходит молодежь у нас. Гуляет. Сейчас мода такая, я особо не понимаю в моде. Не слежу за трендами, но широкие одевают футболки черные. И так они тусуются. Сделали подземный переход. И такой вид, конечно. Большое такое, красивое. Здесь был банк, его ремонтируют, может добавить что-то другое. Драмтеатр. Ну, вниз туда я не буду ехать, сейчас поверну. 360, здесь тоже эти самокаты. Магнат Финанс. Такое здание красивое здесь. Так, я ж не сказал, сколько времени. 3 часа дня где-то, мне кажется. Вообще не смотрел я на часы, если честно. Черный пират, Black Pirate. Как пахнет здесь новым асфальтом или еще какими-то маслами новым, именно чисто такой запах хороший. Лето и такое обновление, конечно. Так, что мы. Можно ездить, в принципе, никому мы не мешаем. Здесь мне нравится широкая дорога, можно спокойно здесь ехать.
ремонт таких исторических наших зданий идет. И проедем на улицу Артема. Хотя хотелось фонтан бы показать. Сейчас, может, покажу я фонтан. Нравятся фонтаны. Никому не мешаю, спокойно мы едем. Сейчас самое жаркое время дня, поэтому нормально. О, как красиво смотрится. Площадочка детская и фонтан впереди. Там театр на ремонте. До фонтана. Так, надо здесь. Сейчас я проедусь. Неохота здесь, конечно, по ступенькам нести велик. Вечером этот фонтан работает с подсветкой. И здесь такой этот. Здесь вечером, видно, были такие посиделки. Вот такой сегодня вид. Туалет с 8 до 19.00 работает, написано. И проедусь по улице Артема. Вечером фонтан с подсветкой, красивый. Ехать дальше. О, где он сидит. Рисковый парень, конечно. Это профессионал, монтажник, высотник. Будем ехать прямо с вами. По этой улице. Вот туда вниз. Конечно, не он, конечно, отважный, смелый парень. Молодец. Так, тут я особо не помню пересечение. Николаевская, по-моему, это улица у нас здесь. Первое пересечение. Второе, есть тут фонтанная. Есть еще. Какой дом красивый, желтенький, беленький, здесь тоже. Красивые дома, конечно. Здесь все улицы, они вот так вот делаются, смотрите, как чисто и красиво. Здесь, там. Спрашивали насчет электротранспорта, троллейбусы ходят. Без электрических этих штук, как бы как автобусы. Проезд 10 рублей на них. Автобусы такие 30 рублей. 40 рублей стоят более такие маленькие автобусы, более быстрее, которые маршрутные. Это 40 рублей. Трамваи тоже, наверное, 10 рублей. Ну, он больше туда ходит, в завод Ильича. Вот, собственно, лично. Мариуполь.
пересечение бульвара Шевченко и выезд на левый берег направо. Налево площадь Кирова и прямо это автовокзал. Так. Так, конечно, ездить, если удобно, то удобно. Это, конечно, экстрим. Немножко. Главное, мне не так страшно ездить, как страшно, что разобьется телефон. Или как упадут, или проколоть велик. Или просто как-то немножко подскользнуться. Типа, как уже было такое на трамвайных путях там. Немножко скользковато. Я чуть не рухнул. Ну ничего. Так.